Всем привет, дорогие мои друзья, хорошо вам настроение, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Fallout Shelter. Ну и приступим, как обычно, со сбора всего, что мы тут уже накопили с вами. Плюс 110 крышек к нам идет. И новый житель, ребята, у нас появляется, которого звать Джозеф, это хорошо. Мы его немножечко попозже определим, куда нам поставить, пока будем здесь все собирать. Смотрите, у меня кто-то уровень получил, третий. Ладно, ничего страшного, подрастет потом со временем. Тут 17-й, и оружие у нас сделалось. Лазерная винтовка. Так, хорошо, давайте тогда, пока есть время, закажем еще. Если не ошибаюсь, лазерная винтовка у нас была на 17 дамага. Так, точно. Давайте тогда ее и поставим. Потому что лучшего оружия пока нет у нас. Легендарок мы еще не заработали. Так, кстати, вот этого паренька надо... Вот давайте в игровую комнату его отправим. Все, вроде бы пока нормуль. Так, я не понял, почему ты не идешь в игровую комнату, а? Парнишка. Все, побежал наконец-то. Так, тут у нас 4-й левел получает персонаж. Так, где у нас? Ага, вот он, наш житель новый. Давайте мы его определим. Я думаю, что поставим мы его, скорее всего... Блин, тут у нас есть на броне. Тогда давайте его поставим в оружейную, наверное, да, ребят? А вот этого чувачка, это у нас же медик. Мы его вернем обратно в медицинский центр. Пускай он дальше зарабатывает нам на ратпаке. От него там будет больше толку. Все вроде бы пока хорошо у нас. Все распределены. Единственное, что надо его сейчас приодеть маленько. Так, чтоб тебе одеть такого, а, парнишка? Винтовку слишком жирно тебе давать. Надо что-нибудь такое попроще. Попроще. Вот, снайперку тебе дадим. И хорош с тебя. Так, а костюмчик? Какой костюм-то ему дать? Санта-Клауса давайте. Все. Пускай он будет в этом костюме у нас. Так, а здесь тоже, смотрите, уровень 12. Ну, вот это уже хорошо. Так, я не понял. Я тебя перекидываю, перекидываю, а ты все стоишь здесь. Олух, давай, беги уже. Медицина тебя ждет. Ну что, ребята, надо нам, наверное, выполнять уже потихоньку миссии, да? Так, и вот это испытание, игровое шоу. Давайте начнем с вами. Мы уже какой раз это делаем? Наверное, третью или четвертую эту миссию. Все время этим рейдерам даем люлей потихоньку, но они все не угомонятся. В этом задании меня радует уже то, что здесь не очень большая карта, всего лишь в 3 этажа. Значит, быстренько мы ее сейчас и пробежим. Ну все, заходим, ребята мои, давайте. И вот они, первые охламоны. Добро пожаловать на викторину «Потеряй голову». Отвечай на вопросы правильно и получай крышки. Ну а если неправильный, то потеряешь голову. Как братство стали прибыло в содружество? Ну давайте мы с вами, может быть, на авианосцы? Ну, попробуем, по крайней мере. Что вы мне скажете, олухи? Неверно, неверно. Похоже, вам придется потерять голову. Но вот здесь вы, ребята, ошибаетесь. Голову придется потерять вам. Если бы они только знали, сколько раз я уже отвечал на эти вопросы, правильные и неправильные, и все равно победа была за мной. Да, печально, конечно. Лучше бы они нам дали крыжик. Хорошо, давайте мы сейчас последнюю барышню с вами прибьем и заберем весь лут. Ну-ка, с них, наверное, крышки будут? Ну да. Так, у меня персонаж уровень получает. 28-й. Вот это хорошо. Продвигаемся с вами далее. И смотрите-ка, у нас здесь гуль стоит беспомощный. Даже два. Он, видимо, раздвоился сразу же. Но все равно это их не спасет. Единственное, конечно, недостаток. Сейчас будут они меня радиацией своей заражать. А может быть, даже и не успеют. Сейчас мы по-быстренькому с ними чпок-чпок и все. Ну, давай. Последний залп. Ну делай ты, елки-палки, что ты стоишь-то как дуреха? Все, нужно точно сюда. Насчет точно-не точно, ну идем как нужно. Второй раунд. Начинаем второй раунд. Кто из братства стали укрылся в здании Кембриджского полицейского участка? О-о-о. Слушайте, я не знаю. Давайте, может быть, выберем скриптор Хейлин. Ну не паладин же. Ну, что вы ответите? Да, но там была не только она, поэтому вам пришла пора потерять голову. Зашибись, да, ребята? Значит, она была там с кем-то. Надо было брать третий вариант ответа, видимо, он был правильным. Ну, я же этого не знал.
Будем потом на будущее знать. Если, конечно, будут еще у нас эти викторины. Ну, что, кто из вас будет первым падать? Так и есть, готов огурец. Так, дамочка, вам тоже пора отдохнуть. Даже обе сразу упали. Два слова. Хорошая добыча. Это уж точно. А здесь у нас тишина. 29 уровень у меня получает Джуди. О, вот они, охламоны. Сейчас мы их тут и пощелкаем. Так, ну что, в принципе, ребята, первый этаж у нас пройден. Сейчас мы на лифте поднимаемся на второй. И я думаю, там уже, наверное, будет финал игры. Как обычно, мы с вами ответим неправильно. Завалим главаря. Залутаем его и пойдем по своим делам. У нас, кстати, сегодня будет 3 рейда. Это вот один из трех мы сейчас проходим в данный момент. Ого! Так, гули у нас здесь, и причем с боссом. Как вы здесь уживаетесь? И рейдеры, и гули, я вот этого не понимаю. Так, давайте-ка, наверное, хлопнем по нему. Ну, ну что ж, неплохо. Двукратный урон, и он практически сразу падает. Все. Блин, радиации мы нахапали с вами целую кучу. Вы прекрасно видите, надо излечиваться срочно от этого недуга. Так, и здесь тоже. Все. Так, стимпак, броня и крышки. Ну ладно, неплохо. Ага, вот у нас и, наверное, последний третий раунд, да? Начинаем третий раунд игры «Потеряй голову». Какой продвинутой технологией пользуются многие бойцы «Братства Стали»? Ну, это я знаю, ребята. Это у них, по-моему, силовая броня. Да, только у них она есть. Ну, еще скажи, что неправильно. Отлично, вы переходите в следующий раунд. Ну что же, ребят, я был прав. Силовая броня. Ладно, хотя бы здесь у нас все удачно получилось. И опять чертовы грязнорукие гули. Безносы. Да как они вообще меня видят, если у них вместо глаз дырки? Вопрос, конечно, интересный. Я, конечно, могу предположить, что по запаху, но, извините меня, у них и носа нету. Значит, учуять они меня не могут. Да, видимо, их ведет какая-то неведомая сила на меня. Так, давайте мы здесь заберем все, крышки. И, ну ладно, пускай будет ружбайка. Так, а здесь вообще тишина. Как нам повезло. Все, ребята, переходим с вами на последний этаж. Будет у нас здесь стопудово последний этот забег по викторине, где мы, естественно, обделаемся, наверное. Так, ну-ка. А теперь последний раунд. Что искала Братство Стали в штаб-квартире Mass Fusion? Вот это ты меня задачил. Давайте-ка второй ответ возьмем. Бериллиевый импеллер. Удивительно, это правильный ответ. И вы победили в игре «Потеряй голову». Ну неужели, ребят, я, честно говоря, наугад просто ткнул. Потому что, ну, я не знал, что это за устройство, поэтому на него и нажал. Так, и мы получили с вами бокс. И у нас вот опять очередные гульки. Сейчас, ну они вот здесь вот полегче, чем те предыдущие. Вы посмотрите, они разбираются просто славненько. Так, у нас здесь шкафчик. Опа-на. Надо подлечить обязательно, ребята. Если просит стимпака, то надо обязательно заюзать его. Сейчас мы этот шкаф с вами еще вскроем, посмотрим, что в нем. Броня. Разбираем добро. Да, мы уже практически все здесь разобрали. Ух ты, это кто тут у нас? Кроты появились, да? Ладно, им же хуже. И у нас тут, я смотрю, ага, чемоданчик лежит. Точнее, сундучок. В общем, неважно, сейчас мы его вскроем и заберем все содержимое. И еще одна броня. Так, а ты какой уровень? 31-й, они практически нога в ногу идут. 28-й, 31-й уровень у них. Так что большого такого разброса нету, это очень хорошо. Так, одна дамочка упала. Давайте теперь, наверное, вторую дамочку. Да и этого тоже голодранца можно прихлопнуть. Вот так вот, нечего там люлюкаться. Так, черчеж мы получили. Теперь это мое. Да точно, теперь это твое. Что, опять кротокрысы, да? Так и есть, ребята, 3 штучки. Сейчас мы с ними разберемся. Блин, хочу хорошую винтовку к себе где-нибудь достать, где-нибудь на дамага так 40-50. Вообще есть, интересно, такой здесь урон у оружия или нету. В общем, когда дойдем до легендарного оружия, посмотрим. Так, и гули у нас, как говорится, на дорожку. Сейчас мы с ними рассчитаемся и пойдем уже к себе в убежище.
Я ничего тут не пропустил, ребята? Да нет, вроде бы все, все облазил, все собрал. Все, как говорится, по-честному. Так, добиваем. 2,5 кратный урон. Крышки. И все, что ли? Ладно, ребята, ну, тем не менее, да, почти 8000 крышек мы с вами собрали. И я считаю, это очень хорошо. И, ко всему прочему, у нас ланчбокс. Замечательно. И еще 2 рейда у нас, ребята, осталось висеть. Сейчас мы будем их тоже проходить. Сколько они потребуют у меня колы за возвращение? 5. Нет, что-то как-то уж больно жирно. Я, наверное, перебьюсь, да, ребята? У меня всего 6 в данный момент. И, если честно, я их сейчас тратить не хочу. Я оставлю на лучший случай. Сейчас мы здесь все, ребят, с вами соберем. Ну, вроде бы мы уже и все и собрали. Тогда давайте, наверное, потихоньку переходить уже к очередному рейду. Жалко, конечно, что с напругой у нас очень плохо идут дела, ребята. Давайте вот за этих, наверное, пройдем с вами. Все время у нас, как говорится, тютелька в тютельку остается. Надо, наверное, ставить электростанцию или же новых набирать. Рыцарь без страха и упрека. Поддержать солдат в офисе робко. Угу. Вот такого задания у нас еще ни разу не было. Ух ты, и карта небольшая, вообще шикарно. Так, тихонько, здесь у нас гули. Блин. Так, что с картой, а? Что-то все... Подождите, ребят, давайте вот так, наверное, сделаем. Хотя надо было, по идее, босса валить в первую очередь. Ох, как у меня мало, ребята, с собой стимпаков, ратпаков. Я надеюсь, что здесь не будет гулей постоянных. Так, нам даже поставить нечего. Ты посмотри, какой крепкий, а? Нифига вы, ребята, у меня разбираетесь. Каждому по стимпаку, по ратпаку. Да, часы дали нам. Легендарные, кстати, ребята. Ружье. Нет, лучше бы вы мне здесь дали бы эти ратпаки. Фу, тишина. Ладно, как-нибудь переживем. Чертеж. Так, оружие причем дали. Давайте-ка мы начнем с нижнего этажа. Здесь все облазим, а уже потом пойдем на верхний. Ух, опять... Ага, тишина. Я как-то не увидел. Опять босс. Да ладно, хорош вам, блин. Ой-ой-ой. Если сейчас тут будут одни вот эти вот зеленоголовые, блин, мы, ребята, до конца этой миссии, наверное, не протянем. Вы посмотрите, как он жарит. Мало того, что у него очень хороший удар, так еще при этом заражает. Молниеносно практически. Так, что ты там орешь, а? Опять обделался, гад. Да вы будете стрелять-то по нему, елки-палки. Чего вы все сопли-то жуете? Я не понимаю вот этого. Бегают, больше бегают, чем стреляют. Мне ж это нервирует. Ну. Что-то я посмотрел, даже вообще по микронам там отнимается у него ХП, смотрите. Все, ребята, у меня ратпаков больше нету. 3 стимпака всего осталось. Вот и поиграли, называется. Хорошо, хоть успели разобрать. Так, чертеж тут у нас. Фотоаппарат древний. Уровень получает у меня барышня. Блин, а мне ее не отхилить. 47-й, замечательно просто. Ну что там у тебя, гуль? Ладно, один ратпак. А мне нужно еще 2, как минимум. Это чтобы их вылечить от радиации. Ну ладно, хоть обычный. И один, да? Да, ребята, он один. Грубо говоря, нам здесь повезло. Но это только второй этаж. У нас еще 2 этажа впереди, ребята. Что там будет, я ума не приложу. Единственное, хочу, чтобы не было гулей. По крайней мере, вот этих вот зеленых, радиоактивных. Замечательно. Ладно, продвигаемся сюда. И здесь у нас тишина. Ну дайте стимпаки или ратпаки в конце концов, а? Броня. Мишка, ё-моё. Вот как раз об этом я сейчас и мечтал в данный момент. О мишках, о броне, блин. Ай-яй-яй-яй-яй, как же здесь все плохо. Блин. Если бы я знал, что здесь будут вот эти вот гули, естественно, я бы, наверное, бы подождал бы с этой миссии и взял бы с собой побольше стимпаков и ратпаков. Так, здесь у нас кто? Да ладно, еще рат-скорпионы появились. Ой-яй-яй-яй-яй, все как-то не очень хорошо у нас тут складывается. 3-кратный урон, и он, смотрите, на месте стоит. Нифига они тут мощнявые пошли. Повсюду смерть. Мне нужен антидепрессант. Да, мне бы тоже сейчас не помешал бы, наверное, маленько.
Да ладно, вам хорош, ну вы что, издеваетесь, что ли? Ну в самом-то деле, ё-моё, блин. Ёлки-палки, еще и этот, блин, босс скорпионовский появился, а? О, пятикратный урон, замечательно, хоть где-то нам повезло и в чем-то. Так, ну я, по крайней мере, смотрю, он не такой уж крепкий, разбирается довольно хорошо, надеюсь, мы успеем. Не хотелось бы завалить просто-напросто эту миссию, ребят. Так, подхиливаемся на... Все, больше у нас нет ничего, ни стимпаков, ни ратпаков. Короче, мы ходим с вами на острие ножа. О, да неужели? Да ладно, это просто прям какой-то барский подгон. Ребята, был только что. Нам дали с вами 3 ратпака. Да, мне бы еще бы столько бы стимпаков. И я был бы вообще доволен. Ладно, хотя бы мы сняли радиацию. Это уже большой плюс для нас. Здесь никого нету. Дали фуфловый пистолетик. Причем еще с лазерным прицелом, да? Опа! Спасибо за помощь, но вы опоздали. В каком понятии? Какие-то рейдеры похитили командира отряда, а меня тяжело ранили. Отдыхай, мы и спасем твоего командира. Спасибо, если поторопитесь, то найдете их на заводе по разливу ядер колы. Опачки, ребята. У нас, оказывается, будет задание по спасению командира еще. Так, ну ладно, радоваться мы пока не будем. У нас там еще, по-моему, впереди есть комната. Угу. Оу, какой впереди? У нас там еще и вниз есть. Вот так-то. Ладно, мы, парни, не из трусливых, да? Полностью здесь все с вами проверим. Надеюсь, это будет не зря все сделано. Неохота завалить, еще раз говорю. Тишина. Ага. Так, давайте-ка еще пониже спустимся. Тоже тишина. Странно. Давайте последнюю комнату тоже, чтобы все было по-тихому. И я отсюда уйду со спокойной душой. Ну-ка. Да, ребята, ну это просто замечательно. Все, сматываемся отсюда. Ой, задание, значит, по спасению командира у нас будет. Я так понимаю, это будет продолжение этого квеста, этой миссии. Так что потом мы уже с вами посмотрим на базе. Ну, а сейчас пускай они бегут. Сколько они потребуют? Ну, вот здесь одну, я думаю, что можно потратить. Это еще, как говорится, по-божески. Тем более у нас 4500 крыжек. Собираем все. Так, пистолетик. Бейсбольная бита. Опять бейсбольная бита. Так, подземка, жилая комната. И жилая комната братства стали. Блин, еще 3... чертежика найти, ребята, и мы с вами откроем полностью все. Так, все здесь мы собрали. Да, и давайте приступать уже к последнему, наверное, ребята, рейду. Бегите, так уж и быть. Собрать предметы. И столовая Минитмена. Ребята, один чертеж остался, и все. Так, этот у нас там все химичит с оружием. Все отлично. А мы с вами сейчас улучшим мастерскую костюмов. Давайте-ка глянь. Оу, 90 жителей нужно для следующего апа. Ох ты, костюм мэра, профессора. Ух ты, сколько у нас здесь костюмчиков. Причем, ребята, все синие. Это очень хорошо. Так, прочная броня. Современный Казанова. Солдатские всякие формы. Так, тихо-тихо-тихо. Броня рыцаря. Даже костюмчик есть, который у Джуди. Так, погоди, 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 что? А, все, ребята, здесь у нас остальное открыто. А вот это уже, я чувствую, будет легендарная фигня. Хотя нет, это будут у нас синие. Легендарные мы пока не можем с вами открыть. Нужно 90 жителей. Ну, это обалдеть. Еще 35 чувачков нам нужно пригласить в убежище. Да, наверное, мы с вами ничего не будем здесь делать. Хотя... Нет, ничего не будем делать. Так, где появился у нас незнакомец? Давайте попробуем его найти. Я его пока здесь не вижу. Ну где ты? Появись, охламон, покажись. Куда ты там опять спрятался? Хм, странно очень. Не вижу и все тут. Ладно, ребят, исчез он, короче. Так, ну что же.
В принципе, все здесь хорошо, все нормально, все стабильно у нас. И я думаю, что мы можем с вами переходить к третьему рейду, к заключительному. И задание у нас там, по-моему, легенькое должно быть. В погоне за славой узнать больше о газете «Новый Горн Бостона». Ёлки-палки, мы уже делали это задание, и опять с этой газетенкой все связано. Опять же, нам удачно повезло, что карта не очень большая. Ну и кто тут? Ага. Кротокрысы. Ладно, сейчас мы их разберем. Ну, я надеюсь, дадите что-нибудь лутануть. Ага, один остался. Замечательно. Вентилятор нам оставили они. Тараканы. Ну, ребят, если здесь будут у нас крысы и тараканы, то очень даже замечательно. Сейчас просто на одном дыхании с вами пролетим этот рейдик. Залутаем все, что здесь есть. Так, стимпаки, крышки. Продвигаемся с вами дальше. 149 крышек, ну это, конечно, очень мало. Опять тараканы. Ну, каждому по выстрелу. Ну, в принципе, так и выходит. Так, и у нас здесь только одна полочка. Ладно, я надеюсь, хотя бы один тараканчик останется, которого можно будет прошмонать. Так, ратпак. Вот он, тараканчик, отлично. 221 крышка. Ну, ребята, я так понимаю, все зависит от того, что у нас слабенький уровень у этой миссии. Поэтому и крышек не очень много дают. Стимпаки. Но вылазьте, гады. Тараканы. Разбираем опять очередной вот этот хлам. Ну, тараканы здесь ватные, так что можно даже не переживать. Все, последний таракашка остался. Замечательно, подбили. Ничего нам здесь не оставили эти тараканы. Жаль, конечно. Ага, а вот и кроты вылезли. Ну, давай, 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 последнего добивай. А здесь как раз два ящика, это хорошо. Сейчас мы с вами глянем, что в них. Наверное, опять какие-нибудь стимпаки, ратпаки, да? Так, бейсбольная перчатка, да, ружбайка и машинка. Это все из ряда хлама. Это нам не пригодится никаким образом. Все, ребята, осталась у нас последняя нижняя комната, точнее нижний этаж. Опять тут кроты вылезли. Раз, два, три. Три объекта здесь, которые мы сейчас с вами прошмонаем. Это у нас два сундука и шкаф. Точнее, даже полочка. Так, пистолет дали. Здесь у нас стимпаки. И изолента. Да, очень-очень скудный лут. Значит, вы здесь недавно. Хотите, чтобы о ваших подвигах написал Горн? Да был бы не против. Ха! Мы соперников не боимся. Если ты такой герой, то почему в твоем убежище полно жуков? Вот именно. Все в пустоши хотят прославиться. Нет времени давить тараканов. Мы должны опередить убежище 404. Ага, вот так вот, ребята. Значит, за тебя я должен давить этих тараканов? Гаденыш. Устроили тут бордельник. Нужно хорошо размяться. Да мы уже и так отлично размялись. Ну вот, последние у нас разминочные груши вылезли. И тут же упали. Все, ребята, можно возвращаться в убежище. Три, как говорится, миссии рейдерских мы сделали. Да, 1000 крыжек, это, конечно, не густо, но все-таки. И никакой колы, естественно, нам не дали, а хотелось бы очень сильно. Ну, этим ребятам придется, наверное, да, придется им бежать пешочком. Потому что у меня нету, к сожалению, для вас колы. Так, какой уровень? 14. Хорошо. Ну что ж, давайте глядеть с вами боксик, что в нем у нас выпадет. Так, крышки 100, хлам, действительно хлам, стимулятор 1, это еще хуже. О, Тимоти Мейсон. Ух ты, счастье плюс 33%. Слушайте, довольно неплохая карта выпала нам. Пуделек. Это значит, если у кого-то будет плохое настроение, и я эту карту прицепляю, то он очень будет доволен. Смотрите-ка, довольно неплохие параметры у нашего нового жителя. Давайте его в бар. Пускай в баре тусуется пока. Забираем здесь энергию. Так, крыжик у нас, ну, почти, грубо говоря, 10 тысяч. В общем, пока все пучком. С едой никаких проблем у нас нету. Так, давайте определяться со следующими миссиями.
Спасательная операция. Задание дня. Так, тайный агент, боезаприпасы, еда, сиятельная еда. Дипломатическая миссия есть. Давайте вот, наверное, возьмемся за эту миссию. Так, ну что же, настало время ребятам здесь прогуляться. Так, Сара. Следующий у нас будет... Так. Давайте, наверное, Тимоти Вилсона возьмем сюда. И... давайте Пристона. Все. Уровень 16, так что пускай они бегут на это задание. Но это еще не все. У нас следующий рейдик намечается. И это будет у нас сбежавший таракан. Захват. Живительный источник. Нам нужен такой попроще, ребята. Вот, давайте вот этот возьмем. Убить кротокрыса. Так. Да ладно, вам еще нужны такие вот пистолеты. Револьвер 32 калибра якобы, да? У меня есть? Есть. Да, урон 1,5. Слушайте, ну это подстава, ребята, очередная. Я чувствую, блин. Ай, ладно, возьмем самых таких мощных своих ребят. Отлично. И последний, это будет у меня, наверное, Джуди, да? Давайте Джуди возьмем. И облом, ё-моё, да что ж ты будешь делать-то? Нет у меня больше этих пистолетов таких. Хорошо, давайте тогда возьмем другую миссию. Так, Александр, готовься. Давай мы тебе вернем твой ствол, который у тебя до этого был. Так, где у меня тут Джуди? А, Джуди мы не успели поменять, а хорошо. И Джерри. Давай-ка мы тебе поставим... где у нас эта винтовка? Вот она, плазменная винтовка. Все, начинаем мы задание. Бегите, охламоны. Ну что опять у нас тут стряслось, а? Нападение диких гулей. 6 гулей бегут, сломя голову. Ладно, сейчас мы с ними разберемся. 17 уровень получает. Так, отлично, энергию забираем мы здесь. Так, ну у меня потом пареньки-то стоят, в принципе, в первой комнате. Я думаю, что начальный отпор они могут дать. Причем без проблем достаточно. Так, надо не забыть, что у меня есть пудель, 33% счастья дает. Ты посмотри, как они жарят, а, ребята. Просто энергия уходит моментально, и радиация их захватывает тоже. О, я, у меня еще и нету ничего. Эй, я все своим рейдерам отдал. Все стимпаки и редпаки. Кстати, надо будет вот этот момент учесть. Если сейчас бы на нас напали когти смерти, все. Они бы сейчас бы полбазы тут вырезали бы просто-напросто. Надо, значит, нам с вами ставить дополнительные медицинские комнаты, чтобы было всего побольше у нас. Ну что, отстояли? Да, ребята, отстояли. Ну что же, давайте, наверное, тогда на этой замечательной, хорошей, доброй ноте, веселой, мы будем заканчивать с вами видео. Кто тут у нас? А, крышка с бутылкой пришли, ну как не вовремя. И увидимся уже с вами в следующей серии. А на этом все, всем пока, до скорого.